Чуги, с вами снова Зефирус, и сегодня со мной Форгомен. Форгомен, да, Фругимен, и сегодня мы записываем что? И сегодня мы записываем, кто лучше построит Валеру, или кого? Вода Валеру. Вот, и мы сегодня будем строить Валеру за 15 секунд, за 15 секунд, за 5 минут и, наверное, за 7 минут. И посмотрим, кто лучше построит Валеру. А вы обязательно пишите в комментариях, кто победит, а мы погнали. Так, для начала, в общем-то, выбираем предметы. Какой у меня Валера будет в первом раунде, надо еще представить. Ну, какой-то, наверное, такой, что ли. Простенько будет, простенько. Да, я уже готов. Все, начинаем на счет 3. Раз. 2. 3. Началось. Время пошло. Время 10 секунд уже. Чего? Блин, время вышло. Время вышло. У меня в дичь вышло. Это что за банкомат? Так. Это домофон. Тук-тук. Домофон. Ну, эпично. У меня там более похоже к этому. Эпик. У меня вообще какая-то матрешка вышла. Все приветствуют меня. Иван Золо 2004. Ну, я думаю, я, наверное, победил. У тебя вообще банкомат. А у меня Валеромат. Сейчас мы будем строить за 1 минуту. Сейчас мы увидим. Хорошо, сейчас даю выбрать блоки. Окей. У меня уже все в принципе готово. А, не-не-не. А у меня нет. Есть крутая идея. Что можно еще сделать? Все, наверное. Это будет, наверное, лучшая постройка. Ну что? Давай, готовы? Раз. Угу. Раз, два. Два. Три. Три. Так. Начинаем, в общем-то, с ног. Вау, какой-то птеродактиль. Ну ладно, вскоре. Да, у меня тоже самое, птеродактиль. 46 секунд, мы это за минуту строим, надо быстрее все сделать. Прошло уже 46 секунд? Нет, осталось 38. Сколько там осталось? 29. А. Я думаю, вы поняли, что это. Так, и можно так еще сделать, типа. Блин! Сколько там? 16. Сколько? 8. Все, я еле-еле успел. Блин, время вышло. Ну, не знаю, какой-то мишка Фредди вышел. О, ну... Стикмен. Какой-то Стикмен. Стикмен? Он не так, кто это, глянь, мишка Фредди какой-то. Это Валера хавал пиццу, глянь, пицца. Да совсем не похоже, крепота какая-то, что у него вот с глазами. Он многое поедал. Да. Ну ладно, тут уже, наверное, почти ничья, но я больше построил, но не очень похоже вышло. И последний раунд за сколько? Давай, наверное, за 5 минут. Последний раунд будет за 5 минут. Ты собери блоков, постарайся там, может, не знаю. Потому что будет эпик. И Эриксон. Угу. Эволюция Валеры идет нормально. Сначала он был чили-пиздриком, потом... Стой. Потом он стал сейчас пиццоедом, мишкой Фредди. А у Фургомена Валера стал Стикменом сразу. Банкомат, потом Стикмен. Все больше и больше. Все больше и больше Валера у нас. Стой, я сейчас кое-что возьму. Все, начинаем. Раз. Да. Два. Три. Начало. Так, можно даже так делать. Так. Я даже не буду торопиться. 4 минуты. Нормально все, в принципе. Ну, у меня будет, знаешь что?
Что? У меня, в принципе, будет почти то же самое, что и было. У меня так же. Блин, у меня есть одна задумка, я не знаю, как ее... А вот, знаю, все. Сколько там? Да нормально, только 3 минуты только осталось. Нихера, что так быстро? Нормально. Ну я что-то опять с размером переборщил, в следующий раз не буду так много брать на себя. А я даже не тороплюсь, потому что я уже почти достроил. Да сколько там? Да 3 минуты 42 секунды. А. Добрик. А-ха! Что это за страшилище получился? Так, такой вообще эпик, ребята. Пишите в комментариях, кого мы можем еще, кстати, построить. Было бы довольно интересно почитать и посоветоваться, кого бы мы могли еще построить. Было бы интересно вообще что-нибудь почитать, если бы у меня комменты не отключали каждое видео. Ну, надеемся, что тебе не отключат комменты. Сколько там? Да что ты каждую минуту, я увидела, уже просто планшет выключился. Сейчас. Так. 2 минуты 44 секунды. Угу. Ну, в принципе, пока я... Пока что успеваю. Можно еще что-то сделать. Идея, я сейчас такое сделаю, что я выиграю автоматически. А что такое? А я не скажу. Мне Валера, улыбка Валеры похожа на маньяка какого-то, ну ладно. Ты постарайся, последний раунд. Сколько там? На минуту 20 секунд. Пипец, Валера, стрёмный у меня. У меня такой тут персонаж. Свикло? Такой кринж. Хуже. Хуже. Ё-моё. Лучше бы я просто на Валере остановился, знаешь. Лучше бы я на Валере просто остановился. Знал бы ты, что у меня. Стикмен? Лучше Тиммер Плеймен. Тиммер Гоу? Да. Передавленный медведь. Что ты видел мою постройку? Передавленный медведь. Ничего, это такое дело эпичное. Пипец. А теперь сами догадываетесь, что у него в руках. Сколько там? Ну а что, эпично вышло довольно. Время 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло. Давай, ну у меня вышло более-менее. Давай с твоей начнем. Что за стикмен? Это что у него в руках? Что в руках, шарик? Чупа-чупс. А чё он держит сам чупа-чупс, а не вот палку от чупа-чупса? Ну я тоже так подумала,
упал вначале, но ты бы его увидел. Типа при... Потому что стена ниже. Ну, у меня что-то поэпичнее вышло, идем. Там передавленный желтобрюх. Зрипик. Не. Да, желтобрюх ворует у Валеры обертку от конфеты. Нет, скукота вообще не смешно, не интересно. Так это не должно быть смешно, это должно, блин, быть красиво. Вот Валера похавал. Некрасиво, Валера это червячки на полу злили. Ну да. Ну ты обертки вообще были. Ну какая кривая спина, я опять флешбеки ловлю, ты охренел что ли? А что мне было сделать? Как мне его надо было построить? Что, прифотошопить, блин, на видео его? Вышло эпично. Ну, даже у него со спиной не так, я опять его хребет представляю, мне плохо стало. Он желейный, у него нет хребета. А я ему костью туда вставлю. Не надо так. Глянь, ему и так нормально, глянь, какой он счастливый. Стой, да я ему улыбку сделал. Убейте меня. Он счастливый. Зырь, он счастливый. У него улыбка на лице, усы. Что это такое? Стой, стой, не ломай, не ломай, не ломай. Не-не-не, ты его хочешь негром сделать. Нет. Сейчас тебе покажу, что хочу сделать. Ну, желтобрюх вышел довольно эпичный. Представь, какой эпичный желтобрюх. Да, я, наверное, одна из лучших построек. На него даже забраться можно. Ладно, ребята, смотри. Пишите в комментариях, кто победил по вашему... Нет, смотри. Пишите в комментариях, кто победил по вашему мнению. Смотри, что я построил. Да, блин, смотри, что я построил. И желтобрюх. Понимаете, за желтобрюха вообще надо лайк влепить. Моему где он? Валера. Как это пузатый пуп? Что это за пуп? Что ты ему пупы такие делаешь? Да хотим ему живот черный сделать. Смотри, можно ему даже вот сделать такие типа татухи на лице. Кирилл, почему я постройку не ломаю? Так я не ломаю, я достроил. Ты мне там тоже достраивал. Нельзя достраивать. Мне можно. Жмякайте это лайк. Пишите бывает. В комментариях, кто по-вашему победил. Какой Валера да первый. Да. Какой Валера первый победил. Кто победил в первом, втором, третьем раунде. И вообще, кто в основном победил. А так, с вами был я, Зефирцус. Зефирус. И со мной сегодня был... Кто? Ну, Дима, всем пока! Всем пока-пока!